Всем привет! На связи компания «Жаско», ведущий российский производитель оборудования для агропромышленного комплекса. Мы производим оборудование с 92 года, и с вами снова я, Анастасия. Мы получаем много запросов на оборудование для производства корма для кошек и собак. Работаем над этим и уже получили результаты. Проработали специальные фильеры, которые устанавливаются на наши пресс-экструдеры, а именно на такие модели, как 370 и 450. И вот такой корм получается на выходе. Вот такой вид он имеет. Ну, а как проходили испытания, мы сейчас посмотрим вместе с вами.